инициативой установки в Керчи памятного знака морским десантникам к городскому руководству обратился председатель ветеранской организации Николай Китиков. Мэр инициативу поддержал. Работы шли в течение года. Их возглавил симферопольский скульптор Константин Феодориди. Им совместно с архитектором был разработан знак, согласован с лидером движения ветеранов Керчи, после чего началось строительство. Работали в Симферополе, делали мягкий материал, то есть сначала лепили, потом пригласили комиссию во главе с ним. Они, значит, одобрили, и после этого мы начали делать форму и отливать уже в материале. Работа подошла к завершающей стадии. Наша съемочная группа наблюдала за монтажом 5-метрового бетонного знака, который устанавливали по частям. По словам Константина Феодориди, он как автор знака присутствует на каждом этапе работы. После монтажа останется доработка – грунтовка, шпаклевка и покрытие под бронзу. Обычно на создание подобной скульптуры уходит около 8 месяцев. Этот знак выполнен в кратчайшие сроки. За такой короткий срок сделать, потому что многие не брались, потому что сделать буквально за 3 месяца такую большую работу не каждый берется. Вот такой памятник делается минимум 7-8 месяцев. Мы его сделали за 3, ну чуть больше месяцев. То есть увеличили бригаду, работали по 12-15 часов в сутки, и вот результат. Вся работа от обсуждения идеи до передачи знака к городу проходит под руководством скульптора. Автор считает, что задумка удалась, и надеется, что ее оценят и керчане, и гости города-героя.